Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Черецкий Сергей, и я представляю свой проект высокорентабельной недвижимости. Собственно, продукт проекта – это магазин площадью до 1000 квадратных метров, который будет построен в одном из районов Ленинградской области, конкретно под представителей продуктовых сетей, таких как «Пятерочка», «Полушка», «Дикси», «Магнит» и «Верный». В настоящий момент проблемы следующие в Ленинградской области. Для жителей района это отсутствие представителей сетей, соответственно, отсутствие качественных товаров и высокие цены, которые выставляют местные продавцы. А для наших клиентов, то есть сетевиков, это либо неудобные существующие помещения, либо их полное отсутствие во многих районах Ленинградской области. Соответственно, решение этой проблемы – строительство магазинов непосредственно под арендаторов с учетом их сферы торговли. То есть площадь полностью готова, остается только поставить оборудование и можно начинать успешную торговлю. Мой опыт в строительстве более 15 лет. За это время я реализовал такой проект, вот, собственно, он на экране, в поселке Первомайский, это Выборгский район Ленинградской области. Торговый центр «Золотой лев», площадью чуть меньше 1000 квадратных метров, был сдан магазину «Полушка» за полгода до окончания строительства. Стоимость аренды – 1 миллион рублей в месяц. Объем инвестиций в этот проект – 20 миллионов рублей. С таблицы видно, что в настоящее время рынок торговых площадей Ленинградской области испытывает дефицит. Собственно, проект и основан на дефиците этого рынка. В таких районах, как Петродворцовый и Пушкинский, приходится 54 и 103 метра квадратных торговых площадей на 1000 человек соответственно. То есть для сравнения, в Петербурге, по последним данным, цифра приближается к 530 квадратным метрам на 1000 человек. Финансовая модель проекта – это инвестиции, собственно, в создание первого магазина от покупки земли до ввода его в эксплуатацию. При ставке аренды 1000 рублей за квадратный метр это будет приносить 12 миллионов рублей в год от аренды. То есть год на реализацию полного проекта от покупки земли до ввода в эксплуатацию, и через два года проект себя полностью окупит. Технологии, естественно, будут нацелены на дешевизну и высокую скорость строительства объекта. Одна из таких технологий строительства здания, то есть металлокаркас с облицовкой сэндвич-панелей. Внутренняя отделка в принципе не нужна, то есть остается поставить оборудование и начинать торговлю. Мое предложение инвесторам 50% доли компании, которые будут приносить 25% годовых ежегодно. Преимущество проекта инвестиции в растущий рынок торговых площадей Ленинградской области, инвестиции в материальные активы, то есть земельный участок, создание объекта недвижимости, стоимость которого увеличится в два раза после ввода в эксплуатацию, и дальнейшее развитие компании на собственные средства, уже без участия инвестора, строительство по всей территории Ленинградской области, территории Российской Федерации. Цели 19-20 годов – это создание объекта недвижимости от покупки земли до сдачи его в аренду. Собственно, на этом, наверное, все. От себя хочу добавить, что я продам, а точнее сдам в аренду этот проект еще до его создания. Спасибо за внимание.